День республики уже празднуют во всех городах и селах Чувашии. Прямо сейчас на Красной площади в столице республики проходит традиционный фестиваль «Родники России». Наш корреспондент Юлия Важенина находится в самой гуще событий. Юля, добрый вечер, тебе слово. Оля, добрый вечер. Прямо сейчас здесь, на главной праздничной площадке, стартует 24-й Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Это яркое, красочное, наполненное любовью к песням и танцам мероприятие уже давно стало неотъемлемой частью дня нашей республики. За всю историю фестиваля у нас выступали ансамбли из Армении, Бельгии, Венгрии, Египта, а также Кубы и Намибии. Фольклорные, инструментальные, хореографические, а всего 37 художественных коллективов из всех уголков нашей Родины приехали сегодня сюда, в столицу Чувашии. Помимо коллективов нашей республики, а их, кстати, 85, свои номера покажут ансамбли из 32 регионов России, а также Белоруссии и Эстонии. У вас еще есть возможность вживую услышать выступления родников России. Сразу после выпуска информационной программы «Республика» приезжайте к нам сюда, на Красную площадь. У нас тут здорово!